надо понимать, что жизнь не стоит на месте. Она вносит свои коррективы, и к тому же появляются вызовы времени. Поэтому, естественно, то, что мы к Конституции возвращаемся один раз 20, 30, 40 лет, это нормально. Так и должно быть. Но при этом абсолютно не задевает основополагающие основы этой Конституции, основного нашего закона. И это правильно, я считаю, что, то есть не меняя основных демократических принципов ее устройства, политической системы, государственного управления, мы вносим некоторые коррективы. Поправки к каким статьям планируют? Прямо скажу, поправка, связанная с возможностью президента Российской Федерации выдвигаться на очередной срок. Потому что это лидер нашего государства. Это лидер, который заявил себя в мировом масштабе. Национальный лидер, он должен быть по возможности как можно дольше национальным лидером. И это нормально. Что касается, конечно, семейного права, здесь, конечно же, мы принципиально для себя должны определиться. Мы идем вдоль и по Европе, или же мы сохраняем свои традиционные устои, которые вырабатывались столетиями, годами, десятилетиями. И, безусловно, вот те ценности, которые есть, мы должны не только сохранить, но обеспечить их гарантию и безопасность.